To be with you today. Я благодарен, я счастлив быть с вами сегодня. And I hope we will spend some good time studying the Bible. Я надеюсь, что мы проведем хорошее время вместе, исследуя Слово Божье. Do you have your Bibles? Есть у вас Библии ваши с собой? Very good. Good that you brought them. Очень хорошо. Хорошо, что вы взяли их с собой сегодня. We will study them together. Мы будем вместе их изучать. If you take 100 men, если взять 100 человек, one will read the Bible, один читает Библию, and 99, и 99 will read you, а 99 будет читать вас или видеть Библию в вас. Are you with me? Вы со мной, понимаете эту мысль? If you take 100 men, если взять 100 человек, one will read the Bible, один будет читать Слово Божье, and 99 will read you, а остальные будут смотреть на него, какой он христианин. Meaning that this Bible, это значит, что эта Библия has a power, есть силой, to transform us, чтобы преобразовать нас, and mold us, чтобы нас сформировать, unto Christ likeness, подобие Иисуса Христа. So I pray, я молюсь, that people read the Bible, я молюсь, чтобы люди читали Слово Божье, but also read my life, но также, чтобы они в жизни and your моей life, в вашей жизни, and you can be a testimony for the Lord, видели Иисуса Христа, и чтобы вы были свидетелями Бога. Do you have an impression that you are praying and praying and praying? Не было у вас такого впечатления, что вы молитесь? And Jesus does not answer? Иисус не отвечает. You prayed for health? Вы молитесь о здоровье? And you are still having a bad health. И все еще проблемы со здоровьем продолжаются. You've prayed for a work. Вы молитесь за хорошую работу. And Jesus is not answering. А Иисус не отвечает. You are praying for your children. Вы молитесь за своих детей, who have gone away from the church. Которые ушли из церкви. You have prayed fervently. Вы очень ревностно молитесь. But it looks like Jesus is not answering. Но такое впечатление, что Иисус не отвечает. He takes time to answer. Время тянется и тянется, and he и delays. Нет ответа. И Он все задерживает ответ. And when you come to church, и когда вы приходите в церковь, and when you come to the prayer meetings, и вы приходите на молитвенное собрание, you hear someone say, oh, I thank the Lord, и вы слышите, как кто-то говорит, спасибо, слава Богу, because the Lord gave me work. Бог дал мне работу. And you wonder, и вы удивляетесь, why did God give him work, почему and not ему me? Бог дал, а мне нет. God is answering his prayer, but not my prayer. Бог на его молитву ответил, а на мою нет. You come to church. Вы приходите в церковь. You hear someone say. Слышите, кто-то говорит. I thank God. Я благодарен Богу. That he healed me. Что он исцелил меня. And you remember. И вы помните. That you have been praying for healing too. Что вы тоже молились об исцелении. But God is not answering. Но Бог не отвечает. Why? Почему? Why? Почему? Does he delay? Почему он откладывает свой ответ? To answer your prayer. Почему он задерживает ответ на вашу молитву? To intervene in your life. Чтобы вмешаться в вашу жизнь. Why does Jesus delay? Почему Господь задерживает? This is the topic of this morning. Это та тема, на которую мы будем размышлять сегодня. If you are taking notes, если вы записываете некоторые the title заметки, of, the title of the sermon is, название проповеди таково. Why does Jesus delay? Почему Господь задерживает ответ? And we will use the story of John 11. И мы возьмем историю из Евангелия от Иоанна, 11 главы. You have your Bibles with you, John 11. Евангелие от Иоанна, 11 глава. And we will see from that story. И увидим с этой истории. Three reasons. Три причины, why Jesus delays. Почему Господь задерживает ответ. Why does Jesus delay? Let's pray. Давайте помолимся. Let's pray. Thank you, Lord, for your word. Спасибо, Господь, за Твое Слово.
This word that is so powerful, это слово настолько сильно, that it will teach us this morning, что оно научит нас сегодня it утром. It will teach us why at times you delay to come. И позволить осознать, почему твой приход, почему твой ответ задерживается. You delay to answer. Почему ты задерживаешь порой so ответ? I pray for my friends and I. Я молюсь за моих друзей и за and меня. I pray for my colleague, Pastor Maxim. И за моего сотрудника, пастора Максима, когда он переводит. I pray that your word я молюсь, чтобы твое слово will be clear to us, было ясно для нас. And it will help us understand и помогло нам понять, why you delay. Почему ты задерживаешь. Because we have prayed почему ты задерживаешь ответ, in потому что Jesus мы молимся во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. John 11. Евангелие от Иоанна, 11 глава. When Jesus was on planet Earth, когда Иисус Христос был вместе с нами на этой планете, after a busy day of teaching, preaching, healing, после тяжелого дня обучения, проповедования, исцеления, he enjoyed going to the home of Martha, Mary, and Lazarus. Он очень был рад отдохнуть в доме Марфы, Марии и Лазаря. He did not have a home of his own. У него своего дома не было. So he enjoyed going to that home. Поэтому ему нравилось побывать у них в гостях. He enjoyed the food. Радовался угощению, которое he там было. He enjoyed the fellowship. Радовался общению. He enjoyed the friendship. Радовался дружбе. And one day, и в один из дней something happened in this home. Что-то случилось в этом доме. The Bible says, Библия говорит, Lazarus was sick. Лазарь заболел. You remember the story? Помните историю эту? Lazarus took ill. Lazarus was sick. Лазарь заболел. And the sisters и сестры sent a messenger to Jesus. Посылают вестника к Иисусу Христу. And here is the message. И вот весть. You remember the message? Помните весть, как это написано в слове? Verse 3. Третий стих. John 11, verse 3. Евангелие от Иоанна 11:3. The message is весть такая. Jesus. Иисус. The one whom you love is sick. Вот кого ты любишь, болен. Jesus. Иисус. The one whom you love is sick. Вот кого ты любишь, болен. Why do you think? Почему? The sisters add this little detail. Почему сестры добавили эту небольшую деталь? The one whom you love. Тот, кого ты любишь. Why did the sister have to say that? The one whom you love. Почему они должны были так сказать? Того, кого ты любишь. They could just say. Они могли просто сказать. Jesus. Иисус. Lazarus. Лазарь. Is sick. Лазарь заболел. Do you agree with me? Вы согласны со мной? Jesus. Иисус. Lazarus. Лазарь заболел. Is sick. No, that's not what нет, they нет, said. Нет, они не это сказали. They said Jesus. Они говорят. The one you love. Иисус, тот, кого ты любишь, заболел. You know why? Знаете почему? Because the sisters. Знаете почему? Потому что сестры wanted to play on the feeling of Jesus. Хотели сыграть на чувствах right, Иисуса. On the sentiment of Jesus. На таких сентиментальных чувствах why? Его. Почему? Listen to me. Послушайте меня внимательно. They were hoping. Они надеялись. That when they say Jesus, the one whom you love, что когда они скажут Иисусу Христу, тот, кого ты любишь, they were hoping, они надеялись, that Jesus will come что Иисус придет сразу же, that Jesus would stop everything, что Иисус все остановит, right? Все свои дела, правда? That Jesus will stop everything, все, все бросит, and Jesus will run и побежит, побежит к Лазарю. Jesus. Иисус, the one you love, тот, кого ты любишь, is sick. Заболел. Come immediately. Сразу приходи, бросай come все, беги. Now. Сейчас приходи. Now, don't blame the sisters. Ну, не стоит винить сестер. You and I, мы, каждый из нас, we do the same. Мы то же самое делаем. When we pray, когда мы молимся, we expect God to leave everything.
everything he's doing. Мы надеемся, что Бог там все бросит, все, что он делает. And come and answer your prayer. И придет и на вашу молитву ответит. If God was taking care of Japan, если там Бог занимается, к примеру, Японией, if God was taking care of a big problem in Brazil, большая проблема в Бразилии, Господь заботится о ней, you expect him to leave that problem вы ожидаете, there, что Он все там бросит, всю эту and проблему, to come to you и пойдет к вам right? сразу же, сразу, немедленно. Him to answer your prayer и будет отвечать на вашу молитву сразу. But the Bible says, но Библия говорит, Jesus did not come immediately. Иисус сразу же не пришел. Jesus delayed. Иисус отложил свой you приход. Prayed, вы молились. Come, help me now. Помоги, помоги сейчас. But Jesus does но Иисус not come now. Не приходит сейчас. Jesus delays. Иисус откладывает свой ответ. Мы увидим что-то особенное в Библии сегодня. Я надеюсь, что эта весть, она поможет вам, она ободрит вас. Потому что вы поймете, почему он откладывает свой ответ. Стих 4. Jesus said, Иисус Христос говорит, I am not going there immediately. Я не буду делать это прямо сейчас. Listen. Послушайте, this sickness эта болезнь is not unto death. Она не к смерти. It is for the glory of God. Она для славы Божией. This sickness эта болезнь is not unto death. Не к смерти. It is for the glory of God. Она к славе Божьей. There are many young people here. Many здесь young people. Много молодых людей, много молодых людей. And I want you to understand this message for you as well. Я хотел people. Бы, чтобы вы тоже, молодые люди, чтобы вы услышали эту весть. Let me contextualize the message. Позвольте эту весть приблизить к вам. The Bible says that Библия говорит, the sister sent a messenger to Jesus. Что сестры послали вестника к Иисусу. Let me say they sent an email to Jesus, right? Представим, что они email послали Иисусу. The sister sent an email to Jesus. I'm послали contextualizing email. It. Делаем в контексте немного это повествование. You know the email address of Jesus, right? Да, может знаете, что можно email послать Иисусу. You know his email address, right? Знаете его email адрес? Jesus@adventist.au. Иисус, собачка, адвентист, ЮА. And they sent an email to Jesus. И представьте себе, что вы посылаете... I'm contextualizing for the young people, right? Я для молодых людей обращаюсь, вот говорю об этом. Посылаете email ему. And you know the message. И вы знаете весть. Jesus, вы пишете, Иисус, the one whom you love is sick. Тот, кого ты любишь, заболел. And they press send. И отправить. And the email went to Jesus. Email приходит к Иисусу. Now Jesus receives the email on his cell phone. Он получает этот email and Jesus reads the email. И читает его. Now let's say Jesus answers by a text message. И давайте представим, что вот мы текстовым сообщением отвечал. And we know the answer of the text message. It's verse 4. Да, и в четвертом вот текстовое сообщение пришло назад. Follow me attentively. Внимательно послушайте меня. Jesus answers. Иисус отвечает. And his answer is this. Listen. И вот его ответ. Dear Lazy. Дорогой Лазарь. It is his friend. Друг его. He does not call him Lazarus. His friend. Dear Lazy. Лазарем он не называл, друг. Лазарушка. I receive your email. Лазарушко. Лазарушка, да. Dear Лазарушко. Dear Lazy, дорогой Лазарушка, I receive your email. Я получил твой email. But, но, this sickness, но эта болезнь, is not unto death. Не к смерти. Are you with me? Вы со мной? That's the message. Вот весь получен. Dear Lazy, дорогой Лазарушка, I receive your email. Я получил твой email. But the sickness, болезнь, is not unto death. Не к смерти. Lazarus, Лазарь, and then he signs J. И он подписывает J. X O X. You know. Так по молодежному. And Lazarus received the text message. И Лазарь получает это сообщение. О. He reads it. Он читает. This sickness is not unto это death. Это болезнь к смерти. Oh. Ah, I'm encouraged. Воодушевлен. This sickness is not unto death. Эта болезнь не к смерти. Are you following me? Вы со мной?
He reads it. Он читает. He starts feeling weak. А становится хуже. Oh, but the text message said the sickness is not unto death. Но написано ж в сообщении, что болезнь не к смерти. He clings to that message. Он всяческим образом пытается схватиться за эту весть. Это же весть от Иисуса. The message says, I will not die. Там же в тексте написано, что я не умру. So Lazarus clings to the message. И Лазарь таким образом полагается на это обетование. Goes away. Но его силы покидают. And he died. И он умирает. Is a problem with the message? Проблема с вестью? The message said the sickness is not unto death. Весть сообщения написано, что болезнь не к смерти. Where is the problem? Где проблема? A more logical message. Чем больше мы получаем таких вестей логических, would have been, могла бы быть еще более такая логическая весть. Jesus would have been a clearer reply if he had said. Очень ясно написано в этом тексте, дорогой Лазарь. Dear Lazzy, дорогой Лазарь, I got your email. Я получил твой email. But you will die. Но ты умрешь. Можно было еще так написать. You will be in the tomb for 4 days. Говорит, 4 дня в могиле будешь. And then I will come. И тогда я приду. And I will resurrect you. И я тебя подниму. J. Иисус. XOX. Иисус Христос. That would have been a more logical message, right? Но это было бы таким, ну, более конкретным сообщением. Because this is what happened. Потому что это произошло. But why didn't Jesus give that message clearly? Но почему Иисус ясно не дал такое сообщение? You know why? Вы знаете почему? Because the purpose of Christianity. Потому что цель христианства. The reason why you follow Christ. Причина, по которой вы следуете за Иисусом Христом. The reason why you follow the Bible. Причина, по которой вы читаете Слово Божье и повинаетесь Ему. Is not for you to get whatever you need whenever you need it. Не в том, чтобы дать вам то, что вы хотите, когда вы этого хотите. If you want something whenever you need it, если вы бы хотели что-то, когда бы вы это захотели, you would make God a vending machine. You know what a vending machine? A distributing machine. Да, вы просто из Бога бы сделали такой автомат по выдаче заказов. You need something. Вам что-то нужно. You go to the machine. Вы подходите к этому автомату, и оно вам дает. God is not a vending machine. А Бог не такой автомат. No, he's not. Он не таков. Therefore, the purpose of you following Christ. Цель его, чтобы вы последовали за Иисусом Христом. Is for you to develop a character like Christ. Чтобы вы развили характер, подобный Иисусу Христу. And you know what is the best way to develop a character like Christ? Знаете, какой самый лучший способ развить такой характер? Is to make you wait. Заставить вас подождать. Is to make you keep on waiting. Продолжать вас или заставить вас подождать немного, когда вы ждете. You are waiting for a call for the work. Вы ждете звонок о работе новой. How are you? Что с вами происходит? Вы молитесь, говорите, Господи, пожалуйста, пусть это случится, пусть мне позвонят, я хочу новую работу. Вы таким образом полагаетесь на Господа. И ваш характер становится более терпеливым, преобразуется. Иногда именно поэтому Господь заставляет вас ждать. Давайте мы рассмотрим все 3 причины, почему Иисус Христос задерживал свой ответ. Мы на этом закончим. Почему действительно не на все нужды мы сразу получаем ответ? Почему Господь не пришел вовремя? Почему? Первая причина. Если вы делаете заметки, первая причина, почему он задерживает ответ, это стиха 4. Написано, эта болезнь не к смерти, но для славы Божией. Но для славы Божией. Повернитесь к вашему соседу.
Скажите вашему соседу. It is for the glory of God. Это для славы Божией. Эти славы Божией. Божьей. It is for the glory of God. Это для славы Божьей. Why is he delaying? Почему он задерживает ответ? It is Это для for славы the glory Божией. Of God. I don't know your problem. Я не знаю, какие проблемы у вас. Я хотел бы знать. Я не знаю. Но Бог сказал мне сказать вам следующее. Те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, проблема, которая есть у вас, которой приходится ждать ее решения, потому что Он хочет проявить свою славу. Потому что в конце вашей жизни, Он скажет что-то важное. Это Максим. He lived for my glory. Он прожил для славы Божьей. Here is Vladimir. Там Владимир есть. He lived Он for прожил my glory. Для славы Божьей. Here is Victor. Здесь есть Виктор. He lived for my glory. Он прожил для славы Божьей. Whatever happens in your life, что бы ни случалось в вашей жизни, at the end of it all, в конце it всего, is for God to be glorified. Для того, чтобы Бог был прославлен. The good and the bad. Плохое и хорошее. It is about his glory. Это о Его It's славе. Not about me. Не насчет меня. So why does he delay? Почему он задерживает ответ? He delays, он задерживает, because at the end, потому что в конце все для славы Божьей, для Него, о Нем, glory. О Его славе. Is that lesson clear? Этот урок понятен? No, let me make it clearer. Давайте еще его яснее сделаем. Let me tell you a story. Позвольте рассказать вам историю. What is the lesson? Какой урок? In our problems, во всех наших проблемах, в наших сложностях, God wants to show His glory. Бог желает показать Его славу, because it's about Him. Потому что это о Нем. A story for my young people. История для моих друзей, для молодежи. My brother, my own brother, мой родной брат, when he was 18 years old, когда ему было 18 лет, he left the church. Он оставил церковь. We are four children, and we were born in the church. Мы четверо детей у нас в семье, и мы все родились в церкви. My young brother. Мой младший брат. When he was 18. Когда ему было 18. He left the church. Ушел из церкви. He started smoking. Начал курить. He started drinking. Начал выпивать. Not only water. И не только водичку. And my mother was very sad. И моя мама была очень расстроена. Because my brother, when he came home, he was drunk. Потому что когда он возвращался домой, он был пьян. He was breaking everything. Все рушил, трощил. And my mother was crying. И моя мама плакала. One day she phoned me. Один из дней она позвонила мне и сказала: "Хэнсли, we need to do something for your brother. Нам нужно что-то с твоим братом делать. We need to do something for your brother. Нам нужно что-то с твоим братом решать. И мы приняли решение молиться о нем. И мы молились. Месяцы проходили, а мы молились. В один из дней моя мама опять мне позвонила. Хэнсли, говорит, едь домой. And see the life of your brother who has been transformed. Говорит, жизнь твоего брата преобразилась. I came home. Я приехал домой. I was a pastor in Reunion. Я был пастором на острове Реюнион. I came home. Я приехал домой. I saw my brother. Я увидел брата своего. He was reading the Bible. Он читал Библию. He was reading the spirit of prophecy. Он читал дух пророчества. God has changed his life completely. Господь полностью изменил его жизнь. Amen. Аминь. He was reading the Sabbath school lesson. Он читал урок субботней школы. He was even reading the hymn book.
Он даже книгу псалмов читал. I had to tell him, hymn book is not to be read, hymn book is to be sung. Мне даже пришлось ему сказать, что, ну, книга псалмов — это перебор, ее петь надо, а не читать. Его жизнь поменялась полностью, полностью поменялась. И мы славили Бога. Now the story I'm going to tell you. А вот теперь история, которую я хотел бы рассказать. Is about this newborn brother. А теперь о моем брате уже, который обратился. You know, because he was not serious in his study. Он не был слишком внимательным в своем исследовании. He was not in a regular school. Он в школу регулярно не посещал, и были проблемы in с его обучением. In Mauritius you have a vocational school where you can learn a trade. He wanted to become an electrician. На острове Маврикии есть школы, где ты можешь какую-то профессию изучать, и вот он хотел стать электриком. So he wanted to become the best electrician. И он хотел стать лучшим электриком. Examination time is coming close. И вот уже время экзаменационное подходило. His friend told him. И его друг говорит ему. Come home. Приезжай домой. We will practice the exam. Мы будем заниматься, готовиться к экзамену. Electrician, they will connect the plugs. Они там провода соединяли, учились, как это все делать. That's what they did. Ну, этим они и занимаются. They agreed on a time, они договорились на определенное время, date, назначили дату. And when the time came, и когда время пришло, oh, my brother, oh, I need to meet my friend. И мой брат говорит, да, время, надо уже брат встретиться с другом. He had a small motorcycle. У него был мопед. So he started the motorcycle. He начал заводить мотоцикл. Мотоцикл этот заводит. The motorcycle did not start. А с мотоцикл умер. But instead the motorcycle started coughing. Начал вот так вот кашлять двигатель этого мопеда. He checked the reservoir, the tank. Он открыл топливный бак. The посмотрел. Tank is empty. Пусто. No petrol. Нету топлива. He checks his pocket. Достал кошелек. No money. Денег нет. Like me today. Как сегодня у меня. No money. Нет денег. So he said, God, и он говорит, Боже, I have no petrol, у меня нету топлива, I have no money, нету денег, you have to help me. Ты должен мне помочь. And he took his motorcycle, он взял этот мопед and he goes. И идет с ним. God talked to him in a clear voice. И услышал ясный голос Божий. Remember, he was, I hope he is, he was very close to God. He was reading the word. Remember that. Помните о том, что он читал Слово Божье уже, да? Он был близок к нему. So God told him in a clear voice. И Господь ему ясно говорит. Go to this filling station. Иди на заправку. It's Shell. Do you know Shell filling station? The Shell. Shell. You have that? You have Shell in Ukraine? It's a Shell filling station. Вот такая заправка и там была, Shell. He says, God, I have no money. Говорит, Боже, денег у меня нет. No money in my pocket. Все, в кошельке ничего нет. God says, go to the Бог Shell говорит, filling station. Иди на заправку Shell. And he goes. И он идет. When he arrived at the filling station, когда пришел на эту заправку, I don't know here in Ukraine, do you have someone who helps you for your petrol? Oh, good. Да, у нас в Украине есть люди, которые помогают вам с заправкой. In Mauritius it's the same. You have someone who helps you. И на острове Маврикии точно так же. Есть кто-то, кто помогает вам с заправкой. The person came and asked him. Этот человек подошел и спрашивает его. For how much money do I give you petrol for? How much money? На сколько залить топливо в бак? You understand that question? How much? Сколько вам, на сколько денег? He did not know what to say. А он ему и сказать нечего. He has no money. Денег-то нет. He told the man, fill it completely. Говорит, заправляй на полную. Fill it completely. Говорит, заправляй полностью. He thought that he could think. Он в этот момент думает, что-то может удастся придумать. It's a small motorcycle. Говорит, маленький мотоцикл. The tank was full in less than one minute. И за одну минуту, оп, и уже заполнен бак. And then the perp attendant told him, gentlemen. И потом этот человек, который заправлял, говорит. $3. $3. He made as if he did not hear. А он сделал вид, как будто он не услышал. He kept on closing his tank. Он закрывает бак топливный. Gentlemen. Опять ему этот заправщик. $3. $3.
At this very moment, в этот момент, a brand new car came on the filling station. Новая машина подъезжает на заправку. A young man was driving. Молодой человек за рулем. He goes out. Он вышел. He sees my brother. Увидел моего брата. Oh, he comes to my brother and he hugs my brother. Oh, Мурувен, how are you? Пришел к моему брату и обнимает его, говорит: Мурувен, привет, рад тебя видеть. He was happy to see my brother. Он был счастлив увидеть моего брата. You know what? А знаете, в чем дело? When they were in school, когда они в школе еще they были, were drinking and smoking together. Пили и курили вместе. So they were happy to see each other again. И вот теперь прошлые собутыльники увиделись. Давно не видели друг друга. Oh, Мурувен, Мурувен, happy to see Мурувен. You. Счастлив тебя видеть. What can I do for you? Говорит, что для тебя, чем тебе помочь? Wow. You know, among the people who drink together, среди людей, которые вместе выпивают, you know, there is a kind of solidarity. You know that? Есть такое товарищество. There is a kind of solidarity. Есть такой вид солидарности. Do you know that? Знаете это? How do you know that? Откуда вы знаете? Pastor Alexei, I have a problem now. Пастор Алексей, обратите внимание. Пастор Александр, проблема тут у нас. How do they know that? Откуда они знают о чувстве солидарности But между anyway, пьющими heard. Людьми? Ну, одним словом, вы слышали. So, okay. So he told my brother, и он говорит моему брату, can I pay your petrol? Говорит, за топливо заплачу, можно? Can I pay your petrol? Могу ли я оплатить твое топливо? When my brother was telling me this story a few years ago, когда мой брат рассказывал мне эту историю несколько лет назад, he was crying, он плакал, and he was shaking like a leaf, и в него дрожал как лист. And when the man asked him, "Can I pay your petrol?" говорит, когда этот человек спросил его, могу ли я оплатить твое топливо? Listen to me. Послушайте меня. Three times. Три раза. He said, "No, no, I will pay. No." Он говорит, нет, нет, я заплачу сам. Three times the man asked him, can три I раза pay your petrol? Человек спрашивает, я заплачу за And топливо. Three times he и три said, раза no, он говорит, no, I will pay. Нет, нет, я заплачу. You know why? Знаете почему? He wanted, Pastor Anatoly, he wanted to be sure, он хотел убедиться в том, that this young man was sent by God, что этого молодого человека Бог послал to pay for his petrol. Заплатить за его топливо. And the fourth time, и четвертый раз, when he says, когда этот сказал, Мурувен, да, я заплачу says, за твое топливо. Okay, и тогда мой брат сказал, хорошо, плати. And he told me to tell you, и он мне сказал, говорит, расскажи эту историю people, своим людям. If God takes care of your petrol, если Бог способен позаботиться о твоем топливе, he surely takes care of you, он точно может позаботиться о твоих проблемах, of your life, о твоей жизни. At the end of it, чтобы в конце этой жизни it is about his glory. Был прославлен Господь. Аллилуйя! It is about his glory. Это о Божьей славе. So even if Jesus is delaying to даже answer, если Господь задерживает ответ, hang in there, wait there. Ждите, схватитесь за Его обетование. At the end, в конце, it is for his glory. В конце для Его славы все будет. Are we together? Вместе мы с вами, все хорошо? Can we go to lesson two? Давайте перейдем ко второму уроку. Quickly, quickly. Очень быстро. Lesson 2, verse 15. Стих 15, урок номер 2. Verse 15. Стих 15. Let's go, verse 15. 11 глава от Иоанна, 15 стих. And I am glad for your sakes that I was not there. Я радуюсь за вас, что меня не было там. So that you may believe. Чтобы вы уверовали. So that you may believe. Чтобы вы уверовали. The second reason why Jesus delays. Вторая причина, почему Господь задерживает ответ. For you to believe. Чтобы вы уверовали. Tell your neighbor. Повернитесь к соседу. Jesus скажите. Delays. Господь задерживает ответ. Tell your neighbor. Скажите, скажите соседу Jesus вашему. Jesus delays. Господь задерживает ответ. For you to believe. Чтобы вы поверили. For you to believe. Чтобы вы поверили. Чтобы вы поверили. Поверили. Да.
for you to believe. Чтобы вы поверили. Pastor, can you explain? Пастор, можете объяснить это? Yes, I will explain. Да, я объясню. And I need you here. Look at me. I need you to look at me. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, чтобы все на меня посмотрели. To your brain cells now. Мне нужно напрямую обратиться к клеткам вашего мозга. I need to speak to your cortex now. Look at me. Я к вашему кортексу прямо хочу сказать. Are you with me? Вы со мной? Look at me now. На меня посмотрите. Вот, отлично. In the gospel, в Евангелии, Jesus performed 37 miracles. В Евангелии мы читаем, что Иисус Христос сделал 37 чудес. Are you with me? 37 miracles in total. 37 чудес в целом в Евангелиях. Мы читаем об этом. В четырех Евангелиях. 26 of these 37 miracles. 26 из этих 37 чудес. Miracles of healing. Это чудеса исцеления. You know, he has done many miracles of healing. 26. Вы знаете, что он много чудес исцеления сделал. 26. So he did 37 miracles. 37 чудес в целом. 26 were miracles of healing. Это служение исцеления или чудеса исцеления. Miracles of resurrection. И только три чуда воскрешения. When the sisters came to tell Jesus to come. Когда сестры просили Иисуса Христа прийти. How was Lazarus? Как в каком состоянии был Лазарь? How was he? Как он в каком состоянии он был? He was sick. Он был болен. Old boy. Болен. Bullion. He was sick, right? Да, он был болен. Lazarus was sick at that time. К тому моменту Лазарь был болен. If Jesus had come at that time, если бы Иисус в то время пришел, he would have come, он пришел бы, and performed a miracle of healing. И сделал бы чудо исцеления. Are you, do you agree? Согласны со мной? He would have come он пришел бы, a miracle чтобы of healing. Сделать чудо исцеления. But Jesus says, но Иисус Христос говорит, a miracle of healing, this is too easy. Чудо исцеления, ничего сложного в этом нет. I have done 26 of those. Я уже 26 сделал чудес исцеления. И еще больше могу сделать. So he says, он говорит, I want to give you something bigger. Я хочу для тебя сделать что-то больше. I want to increase your faith in me. Я хочу, чтобы вера твоя возросла, вера в меня. I have something bigger in store for you. У меня какой-то больший план есть для тебя. If I come now, если я сейчас приду, I will do a miracle of healing. Я сделаю служение чудо исцеления. Но это легко это очень. I've done many. Я много делал. Can you wait? Можешь ли ты подождать немного? Wait. Подожди чуть-чуть. I have something bigger for you. У меня что-то большее для тебя есть. It's called resurrection. Это называется воскресение. And this one I did only three. И я только три совершил. I have something bigger for you. Больше у меня для тебя есть, больший план. Эллен Уайт says, Эллен Уайт говорит, in the book Desire of Ages, в книге «Желание веков», chapter 58, 58 глава. The first paragraph, в первом абзаце. The last line, последняя строчка. She says, она говорит. It was for Lazarus, listen, это было для Лазаря. It was for Lazarus, для Лазаря это было. That Jesus, что Иисус performed, совершил the greatest of all his miracles. Что он совершил самое большое чудо из всех его чудес. It was for Lazarus, это было для Лазаря. That Jesus performed, что Иисус совершил для него самое большое чудо из всех его чудес. Из всех его чудес. Can you wait? Можете ли вы подождать немного? Can you wait? Можете подождать немного? I have something bigger for you. У меня есть что-то большее для вас. Can you wait? Можете подождать немного? Can you wait? А вы можете? I have something bigger for you. У меня больше для вас что-то есть. I want to take you. I want я хочу, to take вот, you чтобы вы to a higher spiritual level. Еще вы вышли на больший уровень духовный. I want to take you to я вас хочу вывести на больший уровень духовный. Can you wait? Можете подождать? I have something, Алексей, пастор Алексей. Пастор Алексей. У меня что-то большее для тебя есть. Можешь подождать?
My friends, мои друзья, Jesus is not answering your prayer immediately. Иисус не отвечает на ваши молитвы в тот же момент. Jesus is not intervening in your life immediately. Господь не вмешивается в вашу жизнь в тот же самый момент, когда вам очень хочется. And he's telling me to tell you today. Но он говорит мне, чтобы я сказал вам сегодня. Can you wait a little bit longer, please wait? Можете подождать немного дольше? I have something bigger for you. У меня есть что-то большее для вас. Is lesson two clear? Урок второй ясен? Lesson one. Первый урок запомнили? He delays to demonstrate his glory. Он задерживает ответ, чтобы продемонстрировать свою славу. Lesson two. Урок номер два. He delays to increase our faith in him. Он задерживает ответ, чтобы увеличить веру нашу в него. He delays because he has something bigger for you. Он задерживает ответ, потому что у него есть что-то большее для нас. Young people. Молодые люди. Elderly people. Люди постарше. Children. Дети. Learn to trust in God's timing. Учитесь доверяться Божьему распорядку, Божьему расписанию. He might not come when you want him to. Может, он не придет, когда вам очень этого But хочется. He will always come on time. Но он всегда придет вовремя. Let's end now. Давайте завершим сейчас. Reason number three. Третья причина. Why is he delaying to intervene in your life? Почему он задерживает ответ, чтобы вмешаться в вашу жизнь? Почему он задерживает ответ, чтобы ответить на вашу молитву? Я люблю Библию. И я верю, что я смог донести эти уроки из Священного Писания. Здесь действительно написано. Это свет, который направляет наши стези каждый день. Мне нравится книга пророка Иеремии, 15 глава, 16 текст. Я Слово Твое увидел, и я съел его. Я съел Слово Твое, и оно принесло свет моему сердцу. Я люблю Слово Божье. Пусть это Слово ведет вас. Пусть, дорогие взрослые, это Слово ведет вас. Когда он задерживает ответ, просто нужно терпеливо ждать. Потому что история заканчивается таким образом. 12 глава Евангелия от Иоанна. Второй стих. There they made a feast for Jesus. Сделали они пир, приготовили ему вечерю. Там приготовили ему вечерю. And Martha served. И Марфа служила. And Lazarus, no, verse two, two, two. Второй стих, второй. And Lazarus и Лазарь was at the table with him. Был одним из возлежавших с ним. Where was Lazarus? Где был Лазарь? At the table. За столом. Listen to reason number three. И теперь третий урок. Why does Jesus delay to answer? Почему Иисус задерживает свой ответ? Write it down. Запишите это себе. Jesus delays. Иисус задерживает ответ. Jesus delays. Иисус задерживает ответ. Because he wants to take you. Потому что он хочет. From the tomb. Взять тебя с могилы. To the table. За стол, на застолье. Amen. Аминь. Your life. Ваша жизнь. Cannot end at the tomb. Может не закончиться в могиле. Your life. Твоя жизнь with Jesus с Иисусом cannot end at the tomb. Не закончится в могиле. Your life твоя жизнь has to end в конце with Jesus с Иисусом at the table. За столом, за столом. So Jesus says, Иисус Христос говорит, you think that you will end at the tomb? Говорит, ты думал, что ты закончишь Wait. В могиле? Подожди. Wait. Подожди. Подожди. I have something bigger for you. У меня есть что-то большее для тебя. I want to take you Я хочу взять тебя from the tomb с могилы to the table. На праздник. Because your life Потому что твоя жизнь cannot end будет иметь лучшее завершение. At the tomb.
Your life твоя жизнь не закончится в могиле. Has to end твоя жизнь at the table. Продолжится this за столом. This long table he has prepared for you in eternity. Вечности. This is where длинный стол приготовлен для всех верующих. So today, сегодня, if you think если вы думаете, that your life что ваша жизнь заканчивается в могиле. Я пришел в вашу церковь сегодня, чтобы сказать вам, в планах Иисуса Христа ваша жизнь не должна заканчиваться в могиле. Я не знаю, через что вы сегодня проходите. Я хотел бы знать, с чем вы сталкиваетесь сегодня. Но я не знаю. Но то, что я знаю, что через то, через что вы проходите, даже если это в конце концов завершится очень плохо, план Иисуса Христа чтобы взять вас to the table. На праздник. Is that okay? This is where it ends. Вот там заканчивается наше устремление. At the table. За столом. За столом. I wish Pastor Alexei can give me 30 more minutes. Я хотел бы, чтобы пастор Алексей еще 30 минут нам дал. And I will talk to each one of you. Я к каждому из вас подойду. Talk to each one of you. Каждому из вас подойду. Each one of you. Каждому with your own problems, с вашими проблемами, with your own challenges, с вашими вызовами и сложностями, and tell you the same и скажу lesson. Вам тот же самый урок. Your life ваша жизнь cannot end не может закончиться at the tomb. В могиле. Your life ваша жизнь only ends только может там быть at the table. За столом. На празднике, только туда. Keep strong. Будьте сильны. Hang in there. Держитесь этого обетования. The problems are many. Проблем много. You can think that he delays to вам answer. Может казаться, что он задерживает ответ. But he knows why. Но он знает почему. And this morning we have seen three reasons from his word. И сегодня утром мы увидели три причины для этого. Почему он задерживается? He delays to demonstrate his glory. Он задерживает ответ, чтобы продемонстрировать свою славу. He delays because he has something bigger for you. Он задерживает ответ, чтобы показать что-то большее для вас. И он задерживает ответ. Because he wants to take you from the tomb. Потому что он хочет вас взять от могилы. To the table. На праздник. If your life если в вашей жизни is still not okay, все еще есть сложности, it simply means это значит, Jesus is not yet done with you. Это просто значит, что Господь еще с вами не закончил. Because with him, потому что с Ним it has to be, hey, it has to be at the table. Потому что с ним должно закончиться все праздником. May God bless you. Пусть Господь благословит вас. May you keep courage. Чтобы вы сохраняли мужество. Challenges are there everywhere in the world. Во всем мире очень and много разных in проблем. Our country, in Ukraine, challenges are many. Даже в нашей стране очень много разных we проблем. We can think that Jesus does not hear. И нам может даже показаться, что Jesus Господь does not не come с нами. Что Господь не приходит и не помогает нам. Но он знает почему. And now that you know why Jesus delays, и теперь вы знаете, почему Господь задерживает ответ. I will end here. Я завершу здесь. So next time, в следующий раз Jesus takes time to answer, Господь возьмет и I ответит. Want you to sit down. Я хотел бы, когда Господь ответит, come. Sit down. Чтобы вы сели and say, Jesus, и вы сказали, now I know why you delay. Иисус, теперь я знаю, I will почему ты задержал ответ. Я благословляю Твое имя. Я ожидаю чего-то большего. И я буду ждать праздника. Пусть Господь благословит вас. Когда мы все сядем за тем праздничным столом. Очень скоро. Очень скоро. Это моя надежда. Во имя Иисуса. Аминь. Let's pray. Помолимся Господу.
Heavenly Father, Небесный Отец, thank you for your word. Благодарю за Слово Твое. Thank you for the Bible. Благодарю за Библию. That has this intrinsic power to transform my life. Которая имеет эту невероятную силу преобразовать мою жизнь. And this morning your word. И сегодня утром в Твоем has слове. Has explained to us, I hope, clearly. Я надеюсь, было ясно нам, видно и понятно. Why you delay? Почему ты задерживаешь ответ? There, I have a friend here in the audience. Здесь в аудитории много моих друзей. Who thought that you never answer? Может, кто-то думает, что ты никогда не отвечаешь. Who thought that you take time to answer? Кто-то думает, что ты очень задерживаешь этот ответ. And I hope this morning. Я надеюсь, что сегодня утром. We have heard from your word. Мы услышали из слова твоего. That you have something bigger in store for us. Что ты приготовил для нас что-то большее. So if you are expecting something bigger from God at this time. Если вы ожидаете что-то большее от Господа, I want в это you to время, raise your hand. Я приглашаю, чтобы вы подняли if вашу you are expecting руку. Something bigger for God, если вы ожидаете чего-то большего I в вашей жизни от Господа, to him and say, Jesus, я хотел бы, чтобы вы сказали, Иисус, я готов ждать. Increase my faith in you увеличь мою веру в Тебя, as I wait. Пока я жду. And I have a friend here, Lord Jesus, здесь есть друзья мои, Господь, who thinks that his life will end at the tomb. Которые, возможно, думали о том, but you have promised me today. В могиле, но ты пообещал and мне, if you want your life to end at the table, что в конце концов все закончится праздником, I want you to raise your hand this morning. Кто из вас хотел бы, чтобы and ваша I will жизнь pray for you. Там, на небе, pray that столом, Jesus will keep you faithful. Чтобы те, кто хотели бы faithful просить, чтобы till we meet him at the table. До тех, до того момента, пока мы не встретимся с вами за столом. Keep your church in Ukraine united. Господь, держи свою церковь объединенной в Украине. Keep your churches in Kiev united. Держи все церкви в единстве keep здесь, в Киеве. Churches around the world united in your word. Сохраняй все церкви во всем мире, Господи, объединенными в Твоем Слове, чтобы мы все были готовы, когда Ты придешь. And I wait for that day when the long table will be set. Я жду того дня, когда будет поставлен длинный стол, и мы проведем вечность с Тобой. Oh, what a day that will be. О, что за день when будет. Our Jesus we shall see. Когда Иисуса мы увидим. And we will live with him eternally. И когда будем жить с Ним вечно. Thank you, Jesus. Благодарим Тебя, Господь. Thank you, Jesus. Благодарим, Иисус. In your name we prayed. В Твое имя мы молились. Amen. Аминь.